Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов GrandStar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для детей. Это костюм Маши из мультсериала «Маша и Медведь». Вот так вот он выглядит в запечатанном виде. Данный товар также можно как использовать не только как из мультика «Маша и Медведь», а просто как обычный русский народный костюм. Для любого праздника, для хоровода, на любую сценку. В товаре у нас визитка интернет-магазина GrandStar.ru. И давайте посмотрим, из чего состоит костюм Маши. В комплект у нас входит такой вот ярко-малинового цвета, малиново-розовый сарафан. Смотрите, замечательный сарафанчик из креп-сатина. У нас идет по низу тесьма, несколько видов. Это синее блестящее и желтое блестящее с нашивками. И также здесь у нас идет розовые такие малиновые пайетки, которые переливаются. Посмотрите, вся тесьма у нас переливается. Все блестит. Сарафанчик свободного покроя, широкий. Сзади выглядит вот так. По спинке идет резиночка. Она тянется. То есть по размерчику она прям по спинке хорошо подходит, по ребенку ложится. И у нас идут бретельки, лямочки. Они на нескольких кнопочках. То есть вы можете перестегивать так, как вам удобно. Отстегиваете и на ребенке уже регулируете, что очень удобно. То есть можно даже не на один год. Сарафанчик яркий, он плотный. Пошит из плотного материала и хватит на несколько раз одевать, то есть это не одноразовая вещь. В костюм также входит кофточка, такая белая рубашечка одевается под низ сарафана. Есть вот такие у нас рукавчики, посмотрите, также с тесьмой. Такие вот рукавчики, на них нашита тесьма, и рукавчики здесь на резиночке идут. Сзади кофточка у нас на завязочках также идет. Белый материал яркий. В товаре у нас косыночка идет розового цвета. Посмотрите, вот такая вот косынка повязывается на голову. И в комплекте у нас идет пояс. Вот такой ярко-розового цвета пояс, такой же, как и платье, и косыночка. И здесь нашита уже тесьма на поясе. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте GrandStar.ru.